Всем привет! Хочу показать вам мое приобретение. Это 3D картонный пазл Кьюбрикс. Как вы видите, у меня будет три красивых котенка. И давайте вместе соберем. Кстати, конструктор был очень хорошо упакован, ничего не помялось, это самое главное. К конструктору прилагается инструкция, очень подробная и все понятно. Это очень классно, так как могут собирать и взрослые, и дети. Все очень доступно. Каждая деталька пронумерована, то есть вы не запутаетесь. И еще очень хорошо и удобно их вытаскивать из ячейки, просто немного придавив. Кстати, есть еще другие варианты конструктора, чуть попозже я вам покажу. Огромное, конечно, количество на любой вкус. И смотрите, какая миленькая уже получается у нас кошечка. Вытаскиваем все детали предварительно. И чтобы не запутаться, ложу цифра к цифре. По нарастающей, то есть 1, 2, 3, чтобы быстрее было собрать в будущем. После того, как посмотрела моя племянница данное видео, она тоже захотела такой интересный конструктор. Но ей предпочитается больше Гагарин. Она очень любит тему космос. Я уже приступила к сборке первого котенка. Просто нанизываешь картонки. И вот такой вот прелестный результат получается. Очень симпатично смотрится. И, конечно, обязательно мы соберем вместе и других два котенка. Пока я собираю, давайте расскажу, какие еще есть варианты конструктора. Это Джокер, Гагарин, Череп, Лицо со шрамом, Пушкин. Разнообразные варианты. Горилла, Маяковский, Стрит-арт органайзер, Бульдог, такой забавный, Виктор Цой, Фредди Меркьюри, Эйнштейн, книжный маньяк, кто любит книжки читать, Копилочка, Сергей Есенин и Последний на острове. Также есть Крик души и Крестный отец. Как мне кажется, очень большой выбор на любой вкус. Мы уже на полпути, вот такая вот половинка котенка, сейчас покажу. Очень миленькие, мне очень нравится. А вы предпочитаете кошек или собак? Напишите обязательно в комментариях. Есть варианты конструктора, получается, и с кошечками, и с собачками. Две кошки у нас уже готовы, и давайте приступим к третьей. Не терпится уже увидеть и третью кошку. Повторюсь еще раз, сборка очень легкая, мне кажется, справится даже ребенок. Как мы знаем, сейчас год кота и кролика, и будет отличным подарком для друзей, близких на любой праздник. Сейчас скоро будет 23 февраля, 8 марта, так что очень актуально. Ну вот, практически половинка у нас готова. Еще чуть-чуть и будет три кошечки. Все, третья кошка готова, и смотрите, какая красота. Мне кажется, украсит любой интерьер, на какой-нибудь комод, в шкаф. Очень будет красиво, также вы можете их покрасить или оставить прежним. Мне кажется, они и так уже вполне хороши. Вот такие вот милашки.
Еще раз покажу инструкции поближе. Можете нажать на стоп и прочесть более детально. И смотрите, как хорошо вписались данные кошки в интерьер. Очень украшают, какие они симпатичные и позитивные. Кстати, данные наборчики, конструкторы сейчас идут по скидке на Wildberries. Если вы тоже хотите приобрести, ссылочку я оставлю в описании. Хорошего вам шопинга!